Всем привет, дорогие друзья! Продолжается у нас сегодняшний марафон, футбольный марафон, и на... Конечно же, это матч Кубань-Амкар. Что-то я хотел такое крутое придумать, но ничего не выдумал. Вот так вот, некоторые там что-то готовятся, пишут сценарий, но я снимаю 8 матчей, дорогие друзья. Да еще и плюс там другие прогнозы, стримы у меня в голове такая каша. Поэтому еще какой-то текст писать для 8 матчей, я не знаю, в 3 днях, там через 3 дня снова тур, эта голова заболит. Поэтому я ничего не пишу, а говорю сразу как есть. И может, кому-то это нравится, может, кому-то не нравится. Уж какой есть. Матч Кубань-Амкар у нас сегодня не последний. Последний матч у нас будет, наверное, самым таким... Ну да, Терри-Канжи, конечно, дерби, я не спорю. Но Ростов и Спартак сейчас находятся на тех позициях, которые... Как сказать, говорится, в топе. Ростов идет вторым, а Спартак, по-моему, каким он там идет. В общем, идет после ЦСКА и Ростова. Там куча игроков, сами знаете, куча команд, точнее, которая имеет гандикапы там в 2, в 1, в 3 очка, не более. Ну что ж, поехали, я играю, как всегда, за домашнюю команду, и в этот раз это Кубань. И буду делать все для того, чтобы Кубань сегодня победила. Но как выйдет на самом деле, посмотрим, это же прогноз, дорогие друзья, на сегодняшний реальный матч. Зотов. Букур. Мяч от Будко. Уходит на угловой. Первый угловой уже на 4-й минуте матча у Амкаровцев. Ого. Что это было? Штанга или Селихов спас? Не показали на повтор, но еще один угловой. Еще одна подача в штрафную. Пермяков и Селихов вновь спасает. А вот да, вот так вот Кубань. Неохота ей вылетать из премьер-лиги. Напомню, она находится... в зоне вылета, я не знаю, как это называть, давайте все-таки называть зону вылета и зону стыковых матчей все-таки зону вылета, потому что очень легко свалиться из зоны стыковых матчей в зону вылета. Буквально одно очко может разделять команды, и одна играет стыковые, а другая просто вылетает. Нет, это сейв Селихова. Первый, а затем последовал второй. Так что для Кубани сегодня этот матч может значить многое. Потому что ведь Амкар не та команда, которую можно бояться так сильно, как другие команды из верхней части турнирной таблицы. И здесь, конечно же, у себя дома очки нужно брать по полной. Никакая ничья вообще не устроит. Амкар устроит ничья. Амкар устроит. Амкар еще дальше отдалится от зоны вылета. В принципе, Амкар не претендует на какие-то высокие места. Не претендует на Еврокубки, я имею в виду. А... от зоны вылета он уйдет еще дальше, и дальше от Кубани. Ну, дальше не дальше. Все останется как бы на своих местах. Но я не знаю, как сыграют другие команды. В общем, что-то я много говорю. Давайте перейдем к игре. Зотов. Кутко. Перехватил мяч, идет по линии. Так, Зотов. Отпасовал, вот такой хороший пасик на Букура. Каретник потерял мяч, Будко у него мяч отобрал. Селихов, Будко. Отпасовывает назад на Зайцева. Будко, мяч за линию ушел, нет? Нет, смотрите-ка, не ушел. Януш Голь. Рабиу, что с тобой?
Беев. Ну и, честно говоря, я вам скажу, что Амкарта, в принципе, набрал неплохой ход. Ах, в офсайде было. Тяжело, тяжело будет сегодня Кубани набрать 3 очка. Какую-то невероятную форму показывает пермский Амкар в последних матчах. Игра просто очень и очень достойна. Что не скажешь о той же Кубани. Ну а Кубани нужны 3 очка сегодня, как кровь из носу. Каретник. Каретник подключается вот слева. Букур. Ах, не дает ему пройти. Зайцев встает стеной в своей штрафной. Януш Голь. Беев назад. Так, катают мяч игроки Амкара. Перевод направо. Что за переводы туда-сюда? Так, оборону решают расшатать кубанскую. Рабио. Селезнев. Каретник. Ох, Селезнев хорошо открывался, но не прошел пас на него. Если не ошибаюсь, его зовут Евгений Селезнев. Но с мячом Зайцев. С мячом Амка. Занев. Вперед в центр. Агуде. Камолов. Беев. Будко. Беев вновь с мячом. Так, мяч, мяч, сейчас футболиста Кубани уходит в аут, и выбрасывать будет, конечно же, команда из Перми. Будко. Агуде. Перехватили мяч футболисты Кубани. Краснодар пошел вперед. Ох, какой пас! Селезнев бить надо! Зайцев встретился на пути мяча. Какой бы удар получился классный. Агуде. Передача у Краснодара 100, ой, у Кубани из Краснодара 100%. Охренеть. Не дерись, не дерись, батиш. Так, Амка. Прямой удар Беленов. Удар для Беленова. Манолев. Манолев прорвался по правому флангу. И его преследуют двое игроков. Так, не нужно хватать меня. Хватать меня не нужно. И подкатываться под меня не нужно. Так, пора отдавать. Только сказал, Белоруков вынес мяч. Сантана. Букур борется. Нет. Проиграл борьбу Будко. Камолов. Януш Голь. Брудников. Брудников. Зота. Букур. Каретник. Ах! Подкатился Будко, и мяч достается Кубани. Будко из рукавой. Зотов. Пас в центр. Поддержите его, парни! Рабио. Селезнев. На Зотова, Зотов! Агуда просто выносит мяч во второй тайм. Да, игра за Кубанью, но не дает ни Селихов, ни оборона пермского Амкара забить. Вместо Пева уходит Алихан Шарваев в составе пермского Амкара. Будко, Камолов, Януш Голь,
Плотников. Ох, какой пас. Нет. Слишком сильный. Селихов. Ой, какой Селихов. Беленов. Шандалов. Кубулов. Вот, отлично. Нет, чуть-чуть Селезнев забрался в офсайд. Как обидно, 50-я минута матча, 0-0 в матче Кубань МК. Баланович. Занев. Назад. На Белорукова. Занев. Вперед. Вперед пошел. Пермский МК. Что же такое, мяч? Остался? Нет. Ушел. Офигеть. Занев. Давит. Давит МК. Последние минуты. Ну как, не матча, а вообще последние минуты. Рабио. Рабио перепрыгивает он, но не прошел за него. Януш Голь. Смотрю на часы, я же их убрал. А то они тарахтят. Надо батарейку менять. Так, Баланович. Ох, удар Беленов сейвит! Какой удар! Какой сейв Беленова! Это претендовало на гол, этот удар! Зотов! Отлично, открывание есть! Каретник вошел в штрафную, нужно просто забивать! Да, в ближний! Каретник выводит свою команду вперед! Да! Кубань 1-0, 60-я минута матча стала счастливой для краснодарской команды! Все сделал сам Каретник и влупил в ближний! Проигрывает Амкар в гостях. Посмотрим, что же сейчас скажут и чем же ответят хозяева. Ой, гости, конечно же. Ботко. Януш Голь. Шалаев выносит мяч. Итак, Беленов. Простой пас. Гигалаев выходит вместо Камолова. Куперми. Рабио. Концедалов. Каретник. Так, завалили Каретника. На второй он заходил. Так, Кулов. Давайте по-простому. Муко. Ах, нет. Не удалось войти в штрафную. Ладно. Будко. Голь. Прудников. И вновь Будко с мячом. Прудников. Правым флангом атакует Амкар. Чё там? Флажок какой-то поднимался. Будко! Беленов вновь в сейве. Владение мячом на ваших экранах, оно одинаковое. Еще одна замена в составе Пермского МК. Вместо Богдана Будко выходит Иван Черенчиков. Зайцев. Буко отобрал мяч, но укатил его за лицевую. За... В общем, вот эту линию. Что сейчас сделал Черенчиков? Зота. Вброс из аута на Букура. Букура в конце далов. И мяч от Гигалаева вновь из-за боковой вводит мяч футболиста Кубани. Зота. Назад на Букура. И вот такой пасик должен был пройти на Зотова, но попал он на Черенчикова. Бродников! Что сделал?
Что сделал Прудников в первом моменте? Я не знаю, вот здесь, нет, не здесь. В первом моменте нужно было забивать. Не отдавать пас на забегающего. Зачем отдавать назад, когда у тебя перед носом ворота? Я не знаю. Сейчас грубую ошибку совершил нападающий пермского Амкара, просто подарив мяч Кубани. Гигалаев. Агуде. Отобрали мяч. Гигалаев, Агуде! Мяч-то в ворота летел! Мяч в Сантану угодил. Смотрите. Да, мяч в ворота летел, неизвестно, как бы отреагировал на это Городов. Ведь, ой, блин, вратарь, короче. Ведь его закрывал Сантана, от которого мяч и отрикошетил, мол, головой. Неудачный пас у пермского Амкара. Каретник завладел мячом. И что? Вот такой... Куда ты убежал, чувак? Чувак, ты куда убежал? Бупор. Каретник. А, что такое? Ну ладно. Баланович. Прокинул мяч себе на ход. И что же будет дальше? А дальше следует навес. Сантана вновь играет классно. Каретник. Перевод направо. Манолев. Кто-нибудь будет забегать? Нет? Никто не будет. Каретник. Януш Голь отобрал мяч. У него 4 минуты до конца матча. 1-0 всего лишь выигрывает Краснодарская Кубань. У пермского Амкара есть шансы забить пермякам, но если постараются. Вот так вот, если постараются, Кубань! Ух ты, Белинов! Белинов, какой красавчик! Лайк, блин, за сейв Белинова! В концовке матча спасает свою команду от неминуемого гола. И вновь Белинов на мяче. Вбрасывает на Хубулова. Хубулов, давай! Есть адресат! В воротах-то никого нет! Селезнев! Селезнев! Ебаш дальний! Нет. Мимо отдаю, успел уже добежать вратарь. Я даже не сразу заметил, что вратарь-то выбежал. Но Селихов сегодня не сделал ни одной оплошности. Да, был гол, но не по его вине. Каретник. И вот такой классный прострел. И Селезнёв! Селихов вновь доказывает свою состоятельность в этом матче. Еще один угловой. Навес. Отбивается Селихов. Зотов. А, уже куча мала и пора заканчивать эту игру. Но судья что там тянет и тянет. Зачем? Ну давайте шарахнем. Ну все, сейчас-то свисти уже. Все. Победа Краснодарской Кубани над пермским Амкаром со счетом... С минимальным счетом 1-0. По статистике давайте посмотрим, что у нас. Да, полностью переиграла Краснодарская Кубань. Пермский Амкар, но по отборам только превзошел Амкар. Вот и все. Давайте посмотрим рейтинг игроков. Селезнев 6,7. Неважно сыграл, но важно сыграл его, так сказать... Не знаю, девятый игрок, что ли, девятка, или как назвать. Ну, в общем, Каретник 7,7, который забил победный гол. И что еще можно сказать
Лучший игрок матча Беллинов, конечно, такие мячи тащил. Ну и у Амкара посмотрим. Да, у Амкара все в атаке плохо. Шараев вообще не играл. Плотников старался, но лучший игрок матча, опять же, Селихов, вратарь. Да, вот так вот лучший матч вратарей получился сегодня. И все-таки счастливее оказался вратарь Кубани Беллинов. Ну и что ж, дорогие друзья, кому понравился этот прогнозик, ставьте лойсы, мне это нравится, мне это приятно. И подписываться на канал не забывайте, я тоже от этого радуюсь. Ну а с вами я не прощаюсь, сегодня будет еще классный матч Ростов-Спартак, увидимся уже на нем. С вами был Time Games, всем пока!